Ну, я, если что, на связи. Гол трэш, может, начнем? Все, опять всех что-то лагает. Нет. Ты че? Бля, где там царь? Хотел ему это сказать. Грульмаги, герб, алганов. Похоже. Пройдите сюда, один, который в стороне. Может там бегать. Здорово. Привет. Хорошо. Рыбка будет? А еще можно ауру коня выучить. Да, я в танке.
Облака нет. Два. Я каски давал, Вальтер. И каски не дал, и каски сбил. Так и говори. Подонок. ДК каску дай, кулак, блин. Кулак, блин, ДК, козёл. Третью ауру паладины поставьте. Так паладина 2. Ну, что поделать. А кто каску бафает? Понял. Ой, назад нажми на бафы тьмы, у меня реги кончились. Чё, она так пала при 100 в реги. Не, ну непривычно просто. Ну, я первый раз танчу тут. Давай я потанчу с тобой туда. Демон.
дальнего типа пулов. Бэри. Я хмурого могу, он там еще. Поржали, поржали. 400. Босса стопнули, стопайте босса. Зачем? Да, да, этот, блядь, бежит нахуй. А что с скелетами? Они куда-то убегают. Я не могу двигаться вообще. Его убивают? Котласа убивают. Там танчишь. Чё, апай, мне Т4 на танка? Путин, если так и будешь в луже стоять. Я чё забрал Юки у меня? Я танчу. Мне надо ревенжем бить.
Дай побить релейнджем. Да, Болдзик. Ну я улетел уже. Не, я думал, ты собираешь и после разрыв. Обмен. Котлас, на груле отдашь? Я уже там. Хорошо. Всего тебе хорошего. Блять, вы еще там это в инсте, суманите меня обратно. Квесты ты мне взял? Да. Лошара, давай, портись. Суманите меня на камни. Да там никого нету уже. Алло. Давай сам, потому что босс исчезнет. Чё, пока не рольте печеньку, отойду. Кто возле магика, суманите этого императора туда быстрее. Хорош. Типа ранги. Отрезвел, да? Ну, ты такие правила придумываешь, почему-то это явно. ПВЕ дракон. Вопрос вот на майнике кинул меня в контроль. Чтобы этого не произошло, что надо сделать вообще? Вы должны заходить. Не иметь глаза наебали. Дальше? Да в лужу не заходите. Там есть лужа, которая зеленая, которая спавнится, такая, которая просто... А есть прям есть лужа кислотная такая, которая в углах лежит. Вот в нее заходишь, тебя в МК берет. Вот скинул туда и в итоге ничего не смог сделать. То есть мне надо, предположим, поворачиваться в тот угол, где нету луж, правильно? И меня босс откинет туда, где не будет лужи. Император Лошара, ну что, квесты там... Ну он лежит, да? Я сверху с балкончика смотрю, уже бегу к нему. Давай, надеюсь, давай, быстрее, исчезнет сейчас.
Сейчас прям он уже тыкает на shift, хочет тыкнуть ПКМ, и босс пропадает. Не-не-не. Да. Мне кажется, нет. А ты проходную узнал, какой там надо добавить? Войт, и плюс там, насколько я правильно помню, нужна третья ката, так же самое. Там нужно помимо. Убить, нет, лич 25. Ну, я бы попробовала. Ну, два лишних, хотя бы поняли, что и как. Да там то же самое, что и в обычке, только лужи стакуют. Ничего подобного. Ну да, еще там как бы два лезвия, еще там трэш, ну, как в обычке, в принципе. Ага. Давайте. Единственная проблема — это трэш, а остальное все хуйня. И там как бы три танка на... Еще мобы до этого, нужно убить миников. Ну, на циркле РС-25 гер не так сложен был. Вот здесь не знаю. На цикле один на дом 10 лет стоит. Как раз таки наоборот, блядь, здесь мелкий трэш может кот вытынчить. И не нужен, блядь, еще лишний танк для этого. Так они все клюют и все. А у нас какая гильдия ходит? Кого посмотреть, ага? Ну, так, наверное. Бакханал. У него там канал. Там посмотри, как они убивают. Хорош. Я просто представил себе этот рейд. Это просто жесть. 15 магов. Да, 5 шамов. Все рвут агро, да? Он имел в виду ДПС. Да? Ты имел в виду ДПС-то подавали? Не, ну да. Ну, мне кажется, там ДПС тоже вот. Не, ну на каких-то есть берсан, на каких-то боссах ее. Может, лучше это. Ну, вот. Ну, короче, туда надо идти одетым. Не лучше в это будет Келя потраить с этим ЗС. Мы траить не будем, мы ЗС будем ваши убивать. Это изи босс. Ну да. Вот, я про это говорю, то что мы там не сидели достаточно времени, вот как на лифте. У нас, смотри, у нас хорошие силы по эзику. Хан, 2Т5. То есть это ДПС вообще шикарно. Убьем. Ничего страшного. А у нас будет кошка. Это вырос немножко. Да, и вырос ты такой. И на рейд орут, придурки.
хорош. А кто там посох сролил? Кому отдать? А, Волзик. Ну, вообще сролил Хант, а не Дор, но это вы там сами решили. У Нидора 50 было, у Волзика 31. Я Волзик. А, у него посох еще лучше. Зачем ты ролил Хан? Не, если Хан стролил, то я отдам. Типа, не, у Ханта лучше посох, чем этот. Или у Ханта нет РПБ? Ладно, нажму. Танится. Еще раз, в конце каста именно, в конце или сразу после каста закончится, я нажимаю вкладку смерти. Хорошо. Блять. Все прокнуло. Снова скилла, все прокнуло. У вас там круг в рейде. Печеньку забрали. Да, блядь, квадрат активен. Смотри, у него таргет кто-то прыгает. Давай я заберу печеньку. Это ты сбивать можешь? Сбивать. А, не, не могу. Да, давай поменяемся. РДД между собой расстояние набрали? Алло. Бля, мне все-таки надо двоих держать, раги не хватает на все, пиздец. Так они меня бьют, типа, я получаю рот.
Утя, сбивай Костена хил, пожалуйста, своему. Вот я только что про Рагу говорил. Вот не хватает. Блядь, Рогу дайте еще сюда, пожалуйста. Сенсорити, иди на печеньку, сбивай косты. Рога, сенсориток. Печенька активна, ребят. Сбили там. Ваши квесты там взял, что ж? Император. А нет. Он, походу, не взял и расстроился. В депрессии. Дима, ты все взял. Квест дал хоть? Да. Рыбашки за с нами. Герл, готовьтесь.
На дизенчант роли? На ковспек. Дай мне этого минимального воителя. Я дам хантовую палку. Турбу жалко. Че, у нас все танки резко спекнулись в ДД? Вот как птичку жалко, только турбо. Турбо, ты в Дискорде, нет? Чё такое? Попробуем первую кату собрать сейчас с гильдой. Тупо всех, если взять, то, в принципе, может что-то получится. Можно, но интересно будет. Ну, блин, 70к давать за этого босса, может сейчас никто из аликов не будет знать, что мы его бьем, да и убьем. Почему а нет? Где он стоит? На гранде. Там, возможно, там. Кстати, сейчас ее и делаю кату. Кто сейчас ее делает? Если я не ошибаюсь, иллюжина. Че, может, мы придока? Типа рейд хороший соберется, сильный. Ну блин, дорого 70к отдавать за каты. Это пипец. 50. Я же договорился. 50. Какая разница? Там что, еще голду платить надо? Да, босс. На первую кату голду? Нихуя. Автомат-то для взрослых мальчиков, да? Ты за один трай не убиваешь еще 50, да? Выиграть. Солисы. Солисы, ебать, сыграть. Получить 5 лет выйти, сделал первую кату. Тебе уже в тюрьме сделают первую кату. Твое место возле параши, да, и все. Он ему помог.
сказал, спалил. Сломал как-то. Мне нравится, как дергать за мизинец, типа там плечо выскакивает, типа ломается. Я тебе говорю, по-сильному, он там дергает за мизинец, там тип за ногу берется или еще что-то. Седьмого. Сто лямов. Что-то бьет там по 20, по 30, а я не помню где. Да нет, там не хватит, надо тупо ДПС. А турбо еще ряд? Еще не закрыл первый турбо. Первый турбо, категорию. Нет. Мастер, сука, это мне нужен был целый день, где ты шлял? Спал? Охуел, шо ли? Смотри, мне LFUE этот ебучий настроить нужно. У меня там луа скрида ошибки вылетает. Отруби аддоны, которые... Я создал отдельную папку, там ни одного аддона нет, все почти. А с чем у тебя конфликтирует? Не знаю. Но он у тебя вылетает или нет? Он не вылетает, он просто понял, эта ошибка, она не сворачивается. Заходишь в интерфейс, настройки... Да, она там убирается, да, я знаю. Она убрала. Сейчас я тебе свой профиль скину. Короче, ты мне не скинешь, а вот поговорим. Ты мне демонстрацию экрана включу, все сделаем. Не, демонстрацию экрана я врубать не буду. Да-да-да, нет, я врублю, ты будешь говорить, что делать. Подожди, заходи. Я тебе просто скину профиль, настроишь его, и там будет уже легче. А, подожди, шкаф. Шкаф-то надо поставить за самой. Угу, банки. Путаница, давай тоже. Там будешь руки закрывать. Прикиньте на шкаф. Да, портал. Не-не-не.
Сом еще раз. Уйди. Чё? Хмурый. Дети едят. Слева. Шарль летит, давай. Уйдите из рамба, уйдите. В Т4 круто, да, танчик? Кружок заходит. Кружок сзади. Ромка полетел на джетпаке. Кто-то закрыл. Да тут на кружке со стороны, с возле боса сразу еще. Встаньте, ДД, кто-то делает медведь, прыгает. Вот здесь часто рука появляется, поэтому я не закрываю сзади. Просит, спасибо. Пал, закрой кружок. Все. Вопрос, если танчить танк вот этого Шарль титул танка, то что будет? Да. Смерть будет. Здесь надо. Где-то 110-120 тонн хп, и можешь один танчить. Кружок. То есть урон распределяется на два танка, правильно я понимаю? Угу. Ну как это, на ребре. Ссылка. Да,
Т5 рулит по ДПС. Че, ты уже отфил Т5? Не, я за мага просто смотрю. Турбо Император по ДПС. Я третий. Чопс. Арл Мастер. Котласа что-то не роль, ой, не путаница. Император, квест ты там взял? Бля, точно. Мне на хила нужна, аж на скилле. Четыре есть неосвещенных. У меня четыре неосвещенных. Четыре неосвещенных. У меня четыре. А ты бы отдавал тем, кто в рейдах вводит, тем, кто в ЗСО выходит, какого не освещенный, им бы отдавал, чтобы импакт был. Ну, волк за хиву тебя, по-моему, не ходит. Ты ходишь. ДК не ходишь? Ну, вот один шарпесту, а остальные давай как хочешь, да и все. Окей. Да, мне тред кидали просто. Так что у нас, первая ката или ИВК? Какой ИВК? ИВК. ИВК нет. Вчера был. А, это РС сегодня. Бенам, обнови, пожалуйста, портик. Пропал твой. Давайте думать. На первую кату пробуем или как?